Все не раз сталкивались с тем, что вещи имеют свойство ломаться, рваться и портиться. Очень жалко бывает расстаться с любимым предметом, и не всегда есть возможность заменить его новым. Возникает вопрос, ремонтировать или купить новое. Именно об этом мы спросили сегодня у светлогорцев. Ну, вообще пробуем ремонтировать. Ну, если что-то невозможно отремонтировать, то покупаем новое, конечно. А ремонтируете сами? Есть у вас, ну, рукастый, скажем так, мужчина в доме? Есть. Или в ремонт? Есть. И дома есть, и в ремонт можем сдавать, если что-то. Сломалось, допустим, в машине что-нибудь, в машине. Ага. Так что, ее выбрасывать? Или лучше отремонтировать? Логично. Но. А что ж тогда можно выбросить и купить новое, если сломалось? Ну, допустим, вот кран полетел, в кране, допустим, там, ну, разные, кран-буксы, если как называются, так. Так лучше его выбросить, пошел, да, купил новый и поставить. Смотря что поломалось и в какую сумму это обойдется, сколько ремонт. Сначала ремонт, потом что-то новое. Ну, если ремонт обойдется больше 50%, то тогда надо будет покупать новое же. Если стиральная машина, то ремонтировать. А если она уже пятый раз поломалась? Да выкину, конечно. Фотоаппарата у меня нету, не сломается. Стиральная машина нормально. Так, что еще? Кухонная машина новая. Пылесос работает. Ну, пылесос не, ну, пылесос надо попробовать отремонтировать. По-разному, смотря что. И выбрасываем. Например, что выбрасываем, что ремонтируем? Что мы выбрасываем? А что мы, я вот думаю. Микроволновку ремонтируем, так. А телефон выбрасываем. Если так сломано, что починить нельзя, то, конечно, лучше купить новое. Но если сломалось так, что мы его сделаем, и оно нам прослужит еще какое-то время, то, конечно, можно и починить. Вопрос провокационный. Сделаем сами или сделает кто-то? Ну, если руки золотые, можно и самим сделать. Ну да, у него руки золотые. Ну тогда вам повезло. Да, мне повезло. В зависимости от степени поломки. Если сильная, то покупать новое. Если можно отремонтировать, почему не отремонтировать? Ремонтируем где? Где возьмутся? А сами не можем? В зависимости от поломки. Ну, если я могу отремонтировать, и это не стоит больших затрат, тогда отремонтирую. Ну, такой нескромный вопрос, что вы можете отремонтировать? Ну, допустим, ну, люстру могу отремонтировать, если патрон там какой-нибудь поменять, допустим. А, то есть, ну, если пуговица оторвалась, то зашью, да. Ну, наверное, сделаем. А, детки... а если не получится сделать, то купим. А вот игрушки детские поломались. Покупаем. То есть восстановлению они не подлежат? Да. А велосипед папин поломался? А папы нет велосипеда. Ну, вот условно есть у него велосипед. Что будете делать? Попробуем сделать. А если не получится, тогда? То купим. Все, что ломается, я делаю сам. А если совсем-совсем уже поломалось? Ну, тогда есть варианты обратиться к другу. К специалисту. Может, тот там может отремонтировать. Ну, допустим, у меня мебель вся. Своими руками сделано. Только у меня что? Телевизор, холодильник. Ну и все. Это купленное. Ну вот если что-то из этого купленного сломалось? Ну я, конечно, обращусь к специалисту. Ремонтировать? Да. Если, допустим, я в холодильниках не понимаю, я лучше к нему обращусь. А так, в принципе, и все остальное. Сантехника – это все мое. Мебель – это мое. Штукатурка, шпаклевка, покраска. Вы не универсальный человек? Не знаю. Каким мама родила? А лучше отремонтировать, если есть целесообразно. А если уже нет, то проще выбросить. Лучше выбросить, да и все. Ну такой я человек. Отремонтировать, значит отремонтировать. А вы все сможете отремонтировать? Что вы сможете? По силе возможности. Ну, например, что? Ну, например, что? Машину. А, ну это понятно. Автомобиль. Ты выкинешь, согласна. Мотоцикл. Да ладно. Почему бы и нет? Стиральную машину. Стиральную машину, ради бога, если есть запасные части. Шикарно. А если по мелочи что-то? По мелочи, да пожалуйста. Не, ну поломалось, и ну, как, проще ну, что? Выкинуть или отремонтировать? Ну, кран вот, например, нам приводили. Кран это в зависимости от того, что поломалось. Если корпус, то, естественно, выбросить. Если внутрянку, то можно еще купить и восстановить. Попытаюсь сначала отремонтировать, а потом посмотрим, стоит ли его покупать новое. Если старое бывает лучше, чем новое.
А ремонтируете сами или куда-то несете? Ну, смотря что. Ну, например, что вот вы можете отремонтировать сами? Чтобы, ну, могу гвоздя забить, могу дверь починить. Ну, в принципе, я на строитель, я могу что угодно сделать.